الله أكبر الله أكبر. Ага. 8 января я иду в магазин, чтобы купить жене апельсин. Бабла нет, до зарплаты 2 дня. Жена, наверное, задушит меня. На трубу звонок, незнакомый номер. Отвечаю: алло, это Анатолий. Собирай манатки, не забудь зарядку. Попрощайся с женой, метелем отбой. Едешь в Сирию, заработаешь денег. Глядишь, и хватит на новый телек. Маме купишь шубу, жене апельсин. Собирайся скорей, ты такой не один. Приехали в часть, едь на полигон. Зачем звонил мне этот га**он? Пацаны говорят, что не едем уже. Грустно стало у меня на душе. И 3 месяца нудной спецподготовки. Московская проверка, целый день тренировки. Нормативы сдавали, из пушек стреляли. На все эти трудности мы хер забивали. Но вот вроде едем, осталось 3 дня. Тормози, братан, не едем никуда. Снова проверки и снова стрельба. Чуть не взорвалась деревня одна. Наводчик ошибся в 1 единицу. Такое могло нам только присниться. Начальник закричал, разрывая лицо: пизда вам, сержанты, готовьте очко. Вечером нам предстояла разборка. Комбата ебут за тупого уебка. Начальник Артухи выводит его: ты хуй творишь, утиное чмо. Потрачены деньги на экипировку, на форму, ботинки, трусы и толстовку. На мази крема, пакеты, часы. Куплены сумки, паста, носки. Потом построение, смотры, проверки. Снова какие-то мутные темки. Полковник сказал: мы вам выдадим все. Мне захотелось ему плюнуть в лицо. Ну вот, наконец-то пришла телеграмма: пора вам лететь, подъем будет рано. Прилетели на базу и охуели сразу. Патруль повсюду пристает, как зараза. Рано утром орет граммофон: личному составу базы подъем. Побежали морпехи круги нарезать. Это зарядка, им некогда спать. Какая война у них строевая. Идут все повзводно, в ногу шагая. Наряд на развод с метлой выбегает. А после все дружно плац подметают. Нельзя здесь картоху, нельзя здесь продукты. Ты жрешь только пшенку. Каждое утро ты за кастрюлю уедешь домой. И там тебя встретит гарнизонный конвой. Контрактникам дрочат, как в учебке слонов. Устав отлетает у них от зубов. Разбей телефон, он не нужен тебе. А то заберет тебя ФСБ. Здесь много героев, просто в розовой форме, гуляет все строями, они всем довольны. Чипки много хап, есть там кино. Увидеть нам это не суждено. И вот, слава богу, уехали вскоре. Ага. На гору высокую к барыгам и ворам. Высокая точка, зовут 45. Мы думали, долго здесь будем стоять. Мы лились там в бане, стреляли нечасто. Чаек подавал нам наводчик губастый. Переводчик сирийский привозит покушать. Огурцы и помидоры, все, что нам нужно. Сигареты, картошка, чаек, шаурма. Цена поднимается раз на 2. Вид открывался на море красивый. Идет граница Турции с Сирией. Намутил кальян, вот это находка. Тогда была сделана первая фотка. Гора нам как дом, здесь все хорошо. Посты под охраной, нельзя взять ее. Ну вот нам дорогу и снова опять. Поедем Пальмиру оборонять. Мы ехали сутки, руками махали. А местные жители апельсины давали. Всю ночь под обстрелом, уже засыпая, пожрали галетов, водой запивая. Пальмира приняла не очень-то сладко. Был бой с минометами вместо зарядки. И вот мы ебашим 2 сутки. Миномет не дает нам свободной минутки. Комбат от лица, мух отгоняя, кричит нам: ребята, отбой, огневая. Отъехав на 500 метров и не больше, мы отступили к ангарам. Короче, занимая оборону, не снимая каску, мы не забудем первомайскую Пасху. Теперь мы в большом ангаре живем. Когда-то здесь был аэродром. ИГИЛ захватил, построив цеха для минометов и себе для жилья. Руины кругом, на горе цитадель. Под нею стоит позывной Енисей. Забрали КамАЗ, живем как бомжи. Усатый водила получит пизды. И вот поступила команда отбой. Кричит нам сержант с башкой седой. Катаемся мы по Сирии снова. Очень далеко от дома родного.
очень далеко от дома родного. Это Сирия, детка. Да-да, ага. Очень далеко от дома родного. Это Сирия, детка. Да-да. Угу.